Всем добрый, вы на канале Васильченко Хоккей. У нас сегодня с вами технико-тактическая тренировка. Отработаем подводящие упражнения, три различных варианта выхода из зоны. Поехали. Стандартно сейчас защитник на рабочих ногах выезжает в середину, не из-за ворота дает передачу, а как только нападающий первый, спина, лицо, вот сюда побежит, идет передача, до синей линии должны получить первый пас. Второй нападающий, глубокий закат, и когда защитник на рабочих ногах выходит, мы ускоряемся, пошел пас, мы под нападающего в район точки вбрасывания, у нас должен пойти первый пас. При входе в зону нападающий показать, убрать в край, второй бежит на центральную ось, передача, прием, бросок. Уезжаю, показ, передача, идет бросок, добивание, на пол борта защитник вытаскивает, идет бросок, я здесь на возможном добивании. Лешки на льду. Леш, колесо не можем объехать. Перезадаем. Когда вам здесь пошла передача, как можно быстрее вытащите в центр. Идет бросок. Нападающий, который здесь находится, вместе с шайбой, защитник начинает вытаскивать центр. Подшагивайте. Вот пошла шайба. Подшагивайте, подшагивайте. Отправление. Давай, 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 давай. Поживей, поживей, поживей. Не надо с разворота в него лупить. Но подковырните шайбу, уберите. После броска резко развернуться. Убрать шайбу. В район усов закат. Защитник медленно, медленно двигается. Медленно, медленно. И вот в тот момент, когда у меня отсюда выезжает защитник и готов отдать передачу, сейчас не надо ехать, отдавать передачу движения. Вот отсюда руки, только руки появились, вы отдаете передачу. И вот сигналом бежать на этого нападающего, сигналом, Гриша, является, когда вот отсюда начал появляться, полетел. И здесь должна быть передача сильная. Иначе, пока она будет ехать у нас, умирать, защитник уже сыграет в тело. Он. Нападающий. Задача сейчас принять правильное решение. Мы находимся спиной к борту. И в момент, когда у меня защитник бежит на меня, идет пас, я могу удобной стороной подправить передачу, через борт вывести. Защитник, у вас есть 3 секунды, чтобы бить игрока. Что это значит? Это значит, что когда он бежит на меня, и я отдал передачу, я готов. Я не выпрямляюсь. Я навстречу движение делаю. Он меня бьет. Но я не выпрямляюсь вот так вот, чтобы он меня опрокинул. А я в ответ бью. Следующий вариант. Это когда вам неудобную сторону. Вы раскатились. Защитник на вас, неудобную сторону, подправление, не выпрямляться. После силового приема бежать, поддерживаем атаку. Третий вариант, это когда мы принимаем на нас защитник через борт. В
Бежать, 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 бежать. Выйдь! Подними голову! Он пошел, пошел пас, и вот здесь я пошел на него. Пустые ворота! Ну, если ты клюшку вот так поставишь, куда шайба будет улетать? Ну, шайба идет в левую сторону от тебя. Значит, надо наоборот подправить, чтобы она в ворота полетела. Вот у меня здесь поехал нападающий на раскат. Я медленно начинаю двигаться. Он открывается. И вот когда пас пошел, вот тогда я в него бегу. На ворота уже! А в игровой ситуации, если будет у защитника шайба, ты вот так вот поедешь? Клюшечка в одной руке? Или надо все-таки, а если он тебе пас отдаст? А может, надо вот так закатываться? Быть готовым? И когда идет бросок, я готов! Первый нападающий делает закат на борт и резко выныривает в середину. Прям клюшку ставит вперед вот сюда. Лицом к защитнику. Лицо, спина. И вот сюда мы выныриваем в центр. Нападающий второй закат. Делает ускорение на борт. Мы уходим в середину. На борт отдаем, вкладываем ему сильную передачу. Вот этот нападающий у меня убегает в ноль. А мы поддерживаем атаку. Что это значит? Что все возможные отскоки мы не прокатываемся, а идем на добивание. На борт. Он атакует. Бежит. Он атакует. Первый вратарем встал. Защитник с подключением. Сначала защитник вытаскивает, показывает бросок, отдает передачу. И вот тогда подключается. Вот бросок. Здорово. Если первый нападающий, он раскатывается глубже, раскат, и он получает передачу вот здесь, то второй нападающий ближе к синей. Мы не едем в лоб, а у нас вот что получается. У вас второй нападающий вот сюда выезжает, вы принимаете, вот так, друг друга едете. Езжайте! По борту кто? Ну давай, 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 давай. Передача. Сильный пас!
Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, учитесь у лучших и у лучшего тренера. Все.